Ассаламу алейкум всем. Доброе утро. Понедельник, 6 февраля. Мы выходим на смену. Сегодня вышли чуть поздно. 6:39 уже по времени. Мы заправились вчера ночью. А заходим на свой позывной. Ну-ка посмотрим, что там. Потому что вчера мы не работали. Вчера у нас был выходной, можно сказать, по делам. В прошлую неделю у нас был 2 выходной, я вторник не смог работать, и воскресенье тоже так же. Ну, по делам был, поэтому на сегодняшнюю смену будет отчет за прошлую неделю. Можете сами наблюдать, сколько мы зарабатывали на прошлую неделю и так далее. Сейчас выходим уже на линию. У нас нету никаких ограничений. Нет, вот есть. Пройдите, пожалуйста, проверка личности. Окей, сейчас будем проходить. Проверка личности пройдена успешно. И можно выходить на линию. Посмотрим по бонусам сегодня. 640, 350, 420, еще 585. Но можно потихоньку выйти на линию и ездить в сторону бонусов. Дальше продолжим. Подогрели машину, уже нормально внутри машины температура. Каждый раз ставим на авто, потому что на улице минус, и машина автоматически переключается. Выходим на линию 6:42 по времени, по километражу 17. Сейчас сделаем вот так, и все. Ждем первый заказ. У нас первый заказ на сегодня, время 6:45, ждали 2 минуты и едем за пассажиром. Ждем пассажира, буквально там за 18 минут доедем, по безналу оплата. Завершаем первый заказ за сегодня, 362 рубля, 18 минут были в пути. Завершаем и сразу же едем в сторону синей зоны. Мы почти на синей зоне. Ну-ка. Да, вот на синей зоне выходим на линию. Получаем отсюда заказы. 585 рублей. Приняли второй заказ. Едем за пассажира. Через 4 минуты, наверное, будем уже. Завершаем поездку. В пути были 23 минуты. С пассажира взяли 300 рублей. Переводила она. И нам дадут 296 рублей бонус. А мы на синей зоне. И сразу же выходим на линию. Завершаем следующий заказ. 529 рублей. В пути были 28 минут. Дальше выходим на линию. Здесь нету синей зоны. Но все равно кафе горят. Посмотрим, что будет дальше. В пути были 18 минут. Завершаем поездку. 332 рубля. Хороший пассажир. А мы ближе к синей зоне. Но не так уж ближе. Поэтому выходим на линию. Без комментариев. В пути были почти 19 минут. Завершаем поездку. 279 рублей. Ну, вон тот пассажир. Вот видно, да? Да, видно. Вот. Ну, как сказать. С утра вышел. Воняет. Вот, честно говоря, я несколько раз даже прошал таких пассажиров. Но они сильно, как бы, да, ну, не могу сказать. Но когда они присаживаются в машине, вообще некомфортно ездить с таким пассажиром. Вот угар, вот сильный. Вот сразу сейчас вот откроем окношку, чтобы проветрить машину. А то мне самому некомфортно ездить так. И после этого, если еще будет какой-то пассажир, они думают, что я так воняю. Ну, пожалуйста, вот. Пассажиры, те, кто смотрите эти видео, когда употребляете алкоголь, пожалуйста, ну вообще-то не пейте. Если как бы
употребляете, вот выходите в нормальном состоянии на машину. Мне уже как бы некомфортно. Вот. Завершаем следующий заказ. 213 рублей. Приехали в сторону спасибо домой. И пожалуйста, за сегодня сделано 9 заказов, 2 350, так получается. Ну да, сделано также километраж 84. Сейчас пообедаем и дальше будем работать. Сразу же не показывал, за 9 заказов 2 500 у нас сегодня. Мы уже почти дома. Примерно потратили час, вышли на продолжение нашего смену. Можете написать свои комментарии, если у вас есть какие-то вопросы, я буду отвечать на все вопросы. И еще за сегодня должны сделать 35 заказов и посмотрим, сколько получается у нас кассы. За сегодня я вам показываю в конце смены, я вам показываю первую рабочую неделю за февраля. Сколько у нас был общий касса и сколько нам осталось чистили, кроме аренды, кроме бензина. Посмотрите продолжение этого видео, я обязательно все вам расскажу. Завершаем следующий заказ. В пути были 6 минут, 131 рублей, 3 километра, по-моему, был, да. Спасибо, хорошая пассажирка. А это у нас за сегодня 25-й заказ и начался бонусные зоны. А мы едем туда, чтобы получить заказы по бонусу. В пути были 3 минуты. Завершаем поездку. 113 рублей. Это за сегодня последний заказ у нас. Вот, посмотрим. 35, 6, 200. А с бонусом 1200. Будет 7400 общая касса. За то, что сделано 35 заказов, нам дают 1280 рублей. Вот сами можете посмотреть. Общая касса будет 7400. А километраж у нас был 248, примерно 1000 рублей на бензин. 1300, аренда 2300. Ну, примерно остается чистыми 5000 за сегодня. А мы хотели вам вот этого показывать. За прошлую неделю мы зарабатывали 38 тысяч, а отдыхали 2 дня, вторник и воскресенье. 2 дня мы не смогли выйти на линию, потому что надо было некоторых дела доделать, и мы это доделали. И в эту неделю мы работаем полноценно. Если рассчитать 38, то есть где это 38 наш? Ой... За эти недели, вот за прошлую неделю 38. Если разделить на 5 дней, получается 7500 за каждый день. Но есть один но. Потому что мы не работали вторник и воскресенье. За эти дни мы будем платить там сколько? 1300, да, 2600 мы будем платить аренду. Потому что по договору нету такого, без выходной у меня. И вот такие... Сегодня мы сняли уже понедельник, следующее видео такое будет у нас. Мы будем снимать вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. И будем вложить в воскресенье это видео. Вы сами можете посмотреть, сколько вышел у нас за одну неделю. План такой, выходим в 6:37 каждый день утра до воскресенья. И делаем каждый день 35 заказов. Без разницы, у нас сколько будет по отработанной части. Может, мы доделаем за 10 часов и сразу заходим домой. Есть, может быть, делаем за 11, может, за 13, за 15. Без разницы. Мы доделаем 35 заказов. Посмотрим за неделю касса сколько получается. Потому что в эти недели у меня нету никаких планов другие. Поэтому делаем... как можем отсылы, стараемся и вам показываем все этого. Всем хорошего просмотра, за то, что спасибо вам, посмотрели эти видео до конца. Если есть какие-то вопросы, напишите комментарии, ставьте лайки, ну и так далее. Всем спасибо, до свидания, берегите себя и своих близких, это обязательно. Удачи вам!